Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня нетипичное для меня видео. Сегодня я записываю презентацию профессионального рига от российского производителя компании Pooly Team. Созданного специально для постановочных съемок с использованием современных фотокамер и для кинокамер Blackmagic. Название компании Pooly Team, а не Pooly, как почему-то произносят многие люди. Торговая марка Pooly во главе с ее разработчиком Андреем Крамаром уверенно завоевывает рынок кинопримочек уже в течение 3 лет. Первая версия рига была выпущена в 2012 году, и уже к 2013 его конструкцию скопировали индусы и начали продавать на eBay в несколько раз дороже оригинала. С тех самых пор многие видеографы следят за новыми разработками Андрея Крамара. Pooly Rig 2015 входит в разряд классических плечевых ригов, предназначенных для большинства камер как зеркального, так и беззеркального типа. В качестве наглядного примера дальше вы увидите большинство популярных на сегодняшний день камер, установленных на этот риг. В первую очередь, риг предназначен для работы с внешним монитором. На этих фотографиях видно, как легко и удобно встает Matbox Follow Focus. На риге уйма стандартных резьб под дополнительные крепления и под горячие башмаки. С помощью регулируемой камерной площадки и меняющихся стандартных трубок Pooly Rig представляет возможность работать с камерами, оборудованными откидным экраном. В отличие от большинства других ригов, Pooly Rig имеет мягкую подушку. Производство рига полностью независимо. Все работы, сборку и проверки проводит лично Андрей Крамар на специальных высокоточных машинах. Pooly Rig 2015 впитал в себя все лучшее от законодателей ригостроения, таких как, например, Lanpar. Не уступая в дизайне, отечественный риг обладает меньшим весом за счет пространственности конструкции и применения сплавов дюрали. Он также превосходит заграничные аналоги в эргономичности и при всем при этом стоит российский риг в несколько раз дешевле. Ручки очень удобные. Они без труда регулируются в двух положениях. Сам риг уверенно лежит на плече. Задняя площадка специально рассчитана под дополнительную аккумуляторную батарею, но также на нее можно прикрепить и противовес. Так получилось, что я стал первым обладателем данной модели рига. До этого для постановочных съемок я пользовался китовым ригом от фирмы Benra, который был громоздкий, а главное очень тяжелым. Для репортажных же съемок я использовал китайский риг Transformer из-за его компактности и из-за быстроты настройки. Pooly Rig заменил собой сразу оба. На сегодняшний день мы с Андреем Крамаром заключили договор, и я являюсь теперь официальным реселлером компании Pooly Team. Вы всегда сможете приобрести данный риг непосредственно у меня по цене производителя. Большое спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, следите за новостями, до новых встреч!